История политеха неразрывно связана и с историей города, и целой страны. Поэтому здесь по сей день, помимо основной деятельности образовательной, неизменно хранят национальные традиции. Сегодняшнее мероприятие символично началось со службы в нашем храме. Вот. Это, опять же, дань уважения истории и нашим православным традициям. И то, что сегодня делает наша Рязанская епархия, да, по сохранению наследия, по воспитанию подрастающего поколения, вот, и то, что владыка наш Марк, митрополит Рязанский, Михайловский, окормляет политехнический институт, это дорогого стоит. В конференции приняли участие историк и краевед Николай Булычев, скульптор Раиса Лысенина, представители Казанского монастыря и ученые из политеха. Ценность и значимость исторической принадлежности народа к вере подчеркивали аргументами из разных эпох. Совсем недавно мы отпраздновали наш престольный праздник, и мы видели, как любят эту икону, этот образ казанский, наши рязанцы, которые шли с разных концов города, чтобы поклониться этой святыне, чтобы помолиться в эти тревожные, трудные времена сейчас и попросить помощи Царицы Небесной. И каждый раз мы удивляемся, какая же любовь наших людей, нашего народа к этому образу. Мы знаем, как она через этот образ Богородица помогала нашему народу очень трудные, трагические, очень ответственные времена, когда действительно судьба нашего Отечества решалась. В непростое время обсуждение таких важных вопросов способствует формированию национальной идеи и поддержанию духа людей, поэтому значение конференции преуменьшить сложно.